Ну, известно, что там пытались создать базу секретную Третьего рейха, так называемую новую Швабию. Адольф Гитлер мог на подводной лодке бежать в Антарктиду. Он прекрасно понимал, что там невозможно жить, тем более фюреру Третьей империи. Как стоит понимать слова Иосифа Сталина в конце мая 1945 года, он произнес: «Я думаю, что Гитлер жив и где-то скрывается», и добавил: «Возможно, Гитлер и компания отправились в Японию». Серов отвечал головой перед Сталином за точные, значит, данные о том, что это был Гитлер. Вот эта вот история с путешествием его останков, она выглядит более чем странно. Ему некуда было деваться, понимаете, этому зверю. Он был загнан и должен был умереть в своем логове.